Согласно сообщениям армянских СМИ, в Ханкенди, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, открылся первый центр азербайджановедения. На первом этапе более десятка жителей в зоне размещения миротворцев смогут бесплатно обучаться азербайджанскому языку. В центре будут подготовлены специалисты, которые смогут помочь в борьбе с информационными угрозами со стороны Азербайджана и Турции, преподносится в сообщении. Похоже, прочитав в новостях об образовательных проектах по реинтеграции армянского населения Карабаха, в частности курсов по изучению армянского языка в Баку, сепаратисты приняли неизбежное и под видом изучения языка противника взялись за изучение государственного языка. Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян в Ереване встретился с считающим себя президентом несуществующего сепаратистского образования Араиком Артюняном. Следует отметить, что на фото нет так называемого флага Арцаха, что логически объяснимо, исходя из хронологии событий в Карабахе и трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.